В эту встречу мы обсудим вспышку коронавируса в Китае и почему Всемирная организация здравоохранения так встала на уши, и почему нас это так беспокоит, чего нам ждать от будущего и почему это так серьезно. Мы должны обсудить микробы с ножками и такими щупальцами, которые ученые считают страшно важным, и он был открыт полгода назад, его научились размножать в лаборатории. Он что-то очень серьезное объясняет нам вообще о происхождении организмов на этой планете. И мы должны будем обсудить потрясающий кейс генной терапии, где у взрослого человека получилось сделать так, что он стал донором самим для себя. Как человек может стать донором сам для себя? Удивительный кейс, который произошел в Бостоне, который обещает всем нам доступ к удивительному ресурсу, который есть в каждом из нас. Эту и еще несколько других новостей мы должны обсудить на первой встрече в 2020 году. Новости науки первых месяцев. Пожалуйста, приходите.